теплицах Федерального научного центра овощеводства всегда плюс 25 градусов. И никак иначе. Огурцы – теплолюбивая культура. Такой температурный режим соблюдают во всех 6 теплицах. Каждая размером 670 квадратных метров. Буквально в январе эти заросли были еще только семенами. Теперь в руках Натальи Вершининой первые плоды. Сбор урожая проводят каждые 3 дня. Плоды делят на стандартные и нестандартные. Вторые, как правило, неправильной формы, крючкообразные. Но это на вкус не влияет, уверяют специалисты, только на ценовую политику. Огурцы стараемся собирать пораньше с утра. На каждом огурце имеются шипики. Шипики с утра, плод более насыщен водой после ночи. А если жаркая погода, то он будет мягкий, вялый. Поэтому сбор урожая начинается в 7, а то и в 6 утра. Пупырчатый, мелкий и очень ароматный плод. Их можно и в салат покрошить, и законсервировать. Таких огурцов в супермаркетах не найти. Эти овощи продаются в магазине при научном центре и на рынке. Огурчики наши любят тепло и свет. Как только солнышко прячется, урожай снижается. Как только солнышко пригревает, они радостные, довольные и приносят нам кучу урожая. Но секрет хорошего урожая не только в правильной температуре и проветривании. Любовь и хорошее настроение – вот что нравится растениям, уверяет Наталья. Она трудится в научном институте более 10 лет и уже 3 года заведует тепличным комплексом. Кроме огурцов здесь выращивают баклажаны, капусту, перцы острые и не очень, помидоры и цветы на любой вкус. Самое главное, что их растения приспособлены к погодным условиям именно нашего края. Поэтому с грядок будет хороший урожай. Мария Шматкова, Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».